Николай Волков, Калининград. На ковре в красном трикоте заслуженный мастер спорта Мавлен Субатиров. ЦСКА. Мавлену Субатирову 25 лет, 12 лет занимается борьбой. Олимпийский чемпион Афин. Чемпион России. Мавлен Батиров тренируется под руководством заслуженного тренера России Саид Пашиу Маханова, заслуженного мастера спорта Магомеда Азизова. Кому хлопают? Красного или синего? Синим трибом выступает представитель команды Республики Северная Осетия, Алания, Алман Кудай. Ему 28 лет, заслуженный мастер спорта, ЦСКА. 15 лет занимается вольной борьбой, тренер Валентин Казоев и Эльбрус Дудаев. Завоевал Кубок мира.